Приветствую вас, дорогие друзья! С вами я, Анастасия Час. Сегодня среда, 21 сентября, и это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас пара евро-доллар. Какие ожидания у нас сегодня по этой паре? Ну, по моим линиям, скажем так, по моим ожиданиям, мы будем продолжать движение вниз. Сейчас мы идем в откат, вот достигли уровня, и возможно мы сейчас будем откатывать сюда до этого уровня, до, сейчас скажу, до 1.115 и возможно даже выше, до 1.116.35 где-то. Хотя при таких вот откатах вполне, вот я показываю вам на мувингах, что мы можем до вот этого скопления, да, можем даже не дойти сюда, но либо вот до этого скопления, это уровень 114.50, где-то так. Если проходит, там закрепится, мы же можем дойти дальше до 116.20, и вполне возможно, что вот видите, где здесь скопление, как правило, их пробивает и даже где-то тестирует вот гораздо выше. Это возможно к 117.30, возможно, или 116.80, потому что по... Когда движение, ну, идет, мувинги двигаются вниз, то есть смещаются вниз. Поэтому вполне возможно, что это будет немножко ниже. Это где-то 116.05, вот где-то вот так вот. А потом дальше продолжать движение вниз. Какие цели у нас там внизу? Сейчас мы переключим и посмотрим, потому что все цели отработаны. Осталась цель на днях отработать. Поэтому смотрите, недельный тренд, он все так же нисходящий, а на днях нам осталось прийти к 1.108.95, ну и даже, возможно, ниже тестировать. Видите, один раз мы уже сюда возвращались, сейчас мы тоже опять-таки здесь, вот где... Я сделаю чуток пошире, чтобы вам это видно было. Видите, до скопления мы... Пришли, протестировали, и сейчас мы тоже протестировали, даже обновили лоу. И вполне возможно, что будем продолжать движение вот сюда. Вниз это где-то до, повторюсь, до 1.108.90 и даже, возможно, и ниже. 1.107.50, где-то вот так. Но... Это может быть не сегодня, это может быть завтра. Хотя все вполне вероятно. Видите, иногда такое движение, такая волатильность высокая. Это вполне возможно, что и сегодня можем дойти сюда. Ну вот это, что я хотела сказать по паре евро-доллар. Следующая пара у нас... Доллар-франк, вот посмотрите, какое уже красивое движение показал к этому моменту. Мне показывает, что будем продолжать движение вверх. Вполне возможно, что мы идем сейчас тестировать вот линию, как бы это дневные линии, но еще ниже, разворотную линию дня мы протестировали, и возможно мы идем сюда тоже к разворотной, вот где-то 0.978.80, вот мы идем сюда тестировать, и возможно дальше будем продолжать движение вверх. Потому что пока что мы находимся, если еще меньше, мы находимся вот выше красного индикатора, я вам говорила. Это означает, что движение у нас, тренд восходящий. Вот, хотя на неделях тоже нам показывает тренд восходящий, и на месяцах тоже тренд восходящий. Вот, вот такие ожидания по доллар-франку, хотя я не сказала вверх, куда мы, если... Пойдем дальше, не будем в этом диапазоне, то следующая цель по франку
Я вам покажу. Следующая цель на днях, вот, 0,983,97,0,984, ну и, возможно, дальше. Пока вот следующая цель, она здесь. Это был доллар-франк. Следующая пара у нас фунт-доллар. Ну что ж, фунт-доллар, тренд у нас на днях нисходящий, на неделях тоже нисходящий, но это фунт, и мы можем, то есть внутри дня достаточно такие хорошие волны может показать. Вот. На открытии, видите, мы протестировали практически разворотную линию дня, не оттолкнулись, пошли вниз. Сейчас опять очень даже возможно, что идет еще тестировать разворотную линию дня, или даже возможно выше, чем разворотная линия дня. Это где-то 1.301.50. Вот где-то вот сюда, возможно, дойдет, но потом будет дальше продолжать движение вниз. Вот, движение вниз куда нам? Какие у нас цели внизу? Сейчас скажу, какие цели. Что пока на всех, это вот отработал, мы уже находимся ниже всех целей, ниже всех уровней, поэтому цель внизу, я даже не могу сказать, какая цель внизу. На месяцах мне показывают, что мы разворачиваемся. Вот, поэтому, потому что все цели внизу как бы отработаны. И очень даже возможно, что вот я включила месяц, что мы идем еще раз тут что-то тестировать, уровень, и развернемся на месяцах. По крайней мере, я ожидаю разворота уже тренда. Вот такие ожидания по фунту-доллару. Следующая пара у нас доллар-иена. Посмотрите, какую красоту показала доллар-иена сегодня утром, прямо рано. Это сколько у нас было? Это у нас было в 6:30 утра пошло движение такое. Честно, я его проспала, не скажу. Поэтому сейчас в рынок лезть, ну, как бы, вот, волшебный такой индикатор. И сейчас мы посмотрим, вот, то есть его пробили. И, возможно, если сюда откат, хотя мне индикатор мой показывает, что мы на сегодня тренд восходящий по иене. Так что вполне возможно, что мы придем вот сюда отработать дневную линию. И отсюда будем разворачиваться дальше вверх. Либо вот этот уровень, здесь находится и желтенькие линии, вот желтые линии недельные. Хотя недельный тренд у нас как бы нисходящий, но не ярко выраженный. Поэтому смотрите, отсюда мы можем, вот, ниже можем не идти. И от этого уровня вполне возможно, что развернется и пойдет дальше вверх. Потому что дальше вверх у нас... Сейчас скажу, какой у нас следующий уровень. Следующий — это линия месяца. Это где-то 102.905. Следующая цель, как бы, у нас. Вот мы практически, но не достигли ее. Дальше уже у нас получается уже, ого, аж 104.447 следующая цель. Если мы пробьемся и закрепимся вот выше, потому что сейчас вот это вот важный уровень такой, можем вернуться и протестировать его, то есть 101.840 где-то, и отсюда пойти дальше вверх, потому что следующая цель, повторюсь, вот она, аж 104.486.490, ну вот 400, потому что, видите, чуть-чуть идет смещение вниз, ну, по ходу пьеса, да, по ходу как будет дни проходить движение. Но пока что мы, видите, идем вниз. Вполне возможно, что мы возвращаемся тестировать еще раз вот этот уровень 101.840. Либо 101, даже ниже, даже 830. Вот так. Вот такие дела, друзья.
Еще раз, ну, здесь же и находится вот 101-800-794, разворотная линия дня. Вот такие у нас ожидания по паре доллар-иена. И еще одна бонусная пара, они меня просили в комментариях дать, это австралийский доллар в паре с американским долларом. Итак, какие ожидания у нас по этой паре, друзья? Недельный тренд восходящий, однако на днях мне показывает, что мы развернемся сегодня вниз, ну, возможно, во второй половине дня. Но пока что цель, я думаю, идет вверх, это 0,760-50, вот где-то здесь, а возможно, даже и выше, протестируем 0,763-26, где-то 763-30. Возможно, мы протестируем вот это сегодня, и отсюда будем возвращаться дальше вниз, потому что на месяцах тренд нисходящий. Хотя на неделях тренд восходящий, вот такой вот развернулся тренд и показывает на неделях восходящий тренд. Хотя, видите, что пока две недели мы вниз, ну, вернее, не две недели, а достаточно прошлый месяц мы вниз шли, а сейчас мне вот показывает, что тренд недельный восходящий, то есть вполне возможно, что до конца недели мы будем двигаться вверх. Ну, правда, что тут осталось еще два дня. Но цель на днях его 0,770-80. И дальше мы можем... Так, ближайшая цель. Ближайшая цель, сейчас посмотрю, если на днях взять... Вот, ближайшая цель, я повторюсь, это линия месяца. Это 0,760-90. Дальше вот цель... На днях, дальше уже цель на днях, но это возможно в ближайшем. Но так как я говорю, что индикатор вот волшебный смещается, то возможно, что где-то 0,779. Возможно, мы в конце недели придем. Вот мы, возможно, сюда, потому что тренд недельный восходящий, хотя на месяцах показывает, что мы развернулись вниз. Я вполне допускаю, что мы можем дойти только до вот уровня, только до уровня 0,763-30, даже 0,764-30, вот где-то вот сюда мы можем дойти и отсюда продолжить движение вниз в этом месяце, то есть до конца месяца. Вот такие ожидания по этой паре. Ну а насчет продолжения вниз, если следующая цель внизу, вот она, следующая цель внизу, это 0,733-23 по австралийскому доллару. Ну что ж, друзья, это было все, что я хотела на сегодня сказать. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, что бы вы хотели еще узнать. Мне очень важна ваша обратная связь, мне важно знать, что вам это полезно, что вам это помогает в работе. И как-то это помогает вам получать больший профит. Больше денег зарабатывать. И что бы вы хотели еще, чтобы я рассказала, с чем поделиться мне с вами. Благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. И пока-пока, до следующего обзора.